Дай нам свой ответ! Ты выбираешь мир или войну? Я выбираю войну. Железностоп. У него не миролюбивый. Это Дай, король железных холмов, кузен Торина. Они похожи? Я всегда считал Торина самым разумным из них. Доброго утра! Как ваше ничего? У меня к вам небольшое предложение, если согласитесь уделить мне малость времени. Будьте любезны. Убраться отсюда! Вы все прямо сейчас! Всем стоять! Зачем же так грубо, владыка Дайн? Гэндальф Серый. Вели этому сброду уйти, или я окроплю землю их кровью! Незачем затевать войну между гномами, людьми и эльфами. Легион орков уже на подступах к горе. Отзови свое войско! Я не отступлю перед какими-то там эльфами. Тем более перед трусливой лесной феей. Он желает зла моему народу. Если он посмеет встать между мной и моими братьями, я раскрою ему башку! Посмотрим, как он тогда будет улыбаться. Он явно безумен, как и его кузен. Слыхали, парни? К бою! Выбьем всю дурь из этих мерзавцев! Гадать! Дуры тебя!